Друг Юрия Шатунова Андрей Картавцев рассказал о своем последнем разговоре с исполнителем. Андрей общался с Юрием за несколько часов до его смерти. По словам Картавцева, он хотел поздравить товарища с долгожданной победой в суде над продюсером Андреем Разиным. С Разиным Шатунов судился из-за авторских прав на хиты «Ласкового мая». Всего за 2 дня до смерти певца его право исполнять известные песни было признано судом после многолетних тяжб. Именно суды, по мнению близких артиста, и подорвали его здоровье. Именно судебные дела и стали причиной его преждевременной смерти. «Я хотел Юру поздравить с победой над Андреем Разиным в суде. Говорю: Юра, молодец, наконец-то!» Он сильно переживал этот судебный процесс. У него отбирали любимые песни. Это было очень тяжело для него. Я его в таком состоянии никогда не видел раньше. А тут такая победа», — поделился воспоминаниями Картавцев. Как сообщил директор Шатунова Андрей Кудряшов, наследники артиста, вдова и дети продолжат судиться с Разиным до тех пор, пока права на песни не перейдут к ним окончательно.